Что такое недостойно, достойно причащаться? Как подготовиться к причастию душой, чтобы совесть не обличала, что причащаюсь недостойно? Причащайтесь без помыслов. Помыслы всегда вас заморочат. Вы то достойны будете, то недостойны. И вот вы будете все время балансировать вот справа-влево между этими помыслами. Вообще вот это слово «достойно», я думаю, оно как-то вообще неупотребимо. К христианскому состоянию подхода к святыне. Но кто достоин? Благодарю Тебя, Господи, что я не как прочие человецы. Но кроме мытаря, разве христианы, я не знаю, вот кто-то вот эти вот кто-то первый раз употребил вот это словосочетание, и все стали его употреблять, даже не вникая в суть, что они говорят. Ну как можно быть достойным причастия? Я не знаю. Да, ну сколько бы мы ни готовились, но мы никогда не будем достойны. Но мы должны исполнить то, что должны, но ни в коем случае не считать себя достойным. Вот я даже немножко недоумеваю, как в нашей православной среде вот постоянно витает вот эта фраза «достоин к причастию или нет?». Ну не может человек быть достоин причастия. Ну я так считаю.